Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы в саднике Олха. У нас второй день, 25 миллионов рыбы я забираю. Так, цель визита моего сегодня в игру, естественно, пройти события. Читал в комментариях, писали ребята, что у них также было такие же вылеты. Но сегодня им удалось пройти, вот я и хочу проверить. Энергия у нас как раз с тобой накопилась, я думаю, последний поединок как-нибудь уж осилим, и поэтому я сразу, наверное, начну именно с него, чтобы убедиться. Так, а здесь еще 23 часа нам придется подождать. Ну что, поехали. Так, у нас 5 энергии и всего лишь один поединок. Пока оставим прежний состав, который у нас был. Если игра вылетит, то тогда я, наверное, буду менять. И хочу поменять Костолома. Ну, надеюсь, обойдемся без этого. Единственная проблема, да, у меня всего лишь 2 прилива сил. И хватит ли у меня силенок здесь справиться без дополнительных, как говорится, трат. Так, укус. Так, у них сколько? Блин, дофигище, да, на самом-то деле получается. Сейчас этот, наверное, пробафает команду вражескую. Слушай, нет. Ладно. Так, нам надо будет сейчас залечиться. Насколько ты понимаешь, да? Лечимся. Так, а этот сейчас звезданул. Погнали теперь с этого, короче. Мы еще до буста с тобой не дошли, да? Мы даже не знаем, кто там у нас последний враг. Потому что все время вылетало у нас именно на этой волне. Промахнулся, слушай, ну это шикарно. Мне нравится, когда они промахиваются. А вот сейчас, скорее всего, будет опять же очередной разбег. От кого? Вот от этого, скорее всего. И бить он будет... Куда? По Костолому, конечно, потому что у него была слабая защита. Ну что, этого в минус. Давай просто кусанем. Блин, мне не нравится то, что он сейчас, наверное, может тоже сделать разбег и вырубить мне. Если я поставлю защиту. Во. Так даже будет лучше на самом деле. Он именно в кривоклыка бомбанул. Так, мы с тобой можем залечить раны. Погнали. Укус. И добивка. Слушай, ребята, ну пока прошли, как ты видишь. И ничего у нас не вылетело. А вот это мне не нравится. Совсем не нравится, что здесь. Что здесь стоит ветрокрыл. Ты же понимаешь, что с ним вообще шутки плохи. Поэтому пока мы будем просто кусать. Посмотрим, у кого там будет много энергии. Соответственно, будем сразу же вешать слепоту. Так, промахнулись. Кто-то из них все-таки имеет способность разбега. Я больше уверен. Ну что, бомбанем разочек или как? Нет, бомбить нельзя, ребята. Бомбить нельзя, потому что... Потому что мы сделаем... Вот так. Пускай ветрокрыл кого-нибудь здесь бомбит. А этот все-таки будет разбег делать. Ай-яй-яй-яй-яй, немножко я простоволосился. Ну, кто же знал, друзья, кто знал, что вот так вот они сделают. Мне не нравится вот этот вот, ребята, исход дел. Я надеюсь, вы поймете, зачем я так сделал. И не будете осуждать. Да, я потратил 280 с лишним рун на грушу, чтобы восстановить здоровье нашему. Так, стоп. У него слепоты же нету еще. Блин, ты горелый, а. Ладно, укус. А, мы можем вот так вот сделать. Точно. Мы же можем блокировать. Соответственно, он сейчас ничего не сделает. Хорошо. Так. Пробивной. Да, сделаем вот так вот. Добьем.
Ну, а здесь... А здесь сам Бог велел вот так вот сделать, ребят. Да-да, именно слепоту. Ну что, теперь всеми своими силами, усилиями будем его бомбить как можно жестче. Ни на что не отвлекаемся, просто бьем атаками, ребята. И, соответственно, вешаем на него слепоту. И вот закольцованность такая у нас будет. То, что он тут делает свою заморозку, это, понимаешь, бесполезно. Так, опять же, слепоту. Потому что он очень, ты посмотри, очень мощный. И мы его просто задолбаемся сейчас бомбить. А если мы упустим возможность на него повесить слепоту, ты сам видел, что он сделает, если дунет на нас своим дыханием зловонным. Поэтому лучше потихонечку, но уверенно. Единственное, за что я переживаю, лишь бы игра не вылетела. Вот и все. Остальное как бы меня ничего не колышет. Здесь, кстати, можно было бы и не вешать на него слепоту именно вот в данный момент, потому что он бы все равно не успел бы накопить энергию для своего суперудара. Так, ну что, половину здоровья отняли уже. И можно, наверное, даже вот так уже делать. Ах ты, жук ты навозный. Он хильнулся. Еще тогда разок. Все, он энергию не успеет набрать для своего суперудара. И это говорит только об одном, что ему крышка. О, да. Ну, наконец-то. Да, друзья мои, не знаю, с чем связано, но... Вчера вылетало 3 раза подряд, или даже 4. Сегодня прошли идеально. И, видимо, какой-то баг был в игре. Такие же баги бывают с вылетом игры. Да? Это не просто так, мне кажется. Да ладно, 125 миллионов рыбы, ну спасибо. Вот это я понимаю, это шикарно. Так, и забираем с тобой последний пак. Ну-ка, что нам там выпадет? А, он на почту. Хорошо, я возьму на почте его. Здесь, опа. Опа, обменчик. Давай глянем. Нормально, нормально, нормально. Отлично. Сокровище Фафнира. А кто такой Фафнир? Скажи ко мне на милость. Вот здесь? Ну ладно, пускай здесь лежит, никому не мешает. О, прикинь. Нам просто дали с тобой ареновский пак. Громобой, ужасное чудовище, древоруб. И все, обрадовался. Так, а вы что стоите-то, партизаны? Вы должны работать, арбайтен, арбайтен, нечего тут лясы мять. Быстро. Так, Барсик, что ты там? 8 рун, отлично. Давай продолжаем с тобой. Пугай там всех, бесплатно. Эти у нас под древесиной. Эти все тоже под древесиной. Так, смотрим. Сколько у нас, кстати, 305 миллионов рыбы. Так, ветрокрыл уже на стреме. Так, лети. Древоруб, лети. Где у нас этот? Громобой, вот он. Громобойчик, качаем. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватает, ребята. Чуть-чуть не хватает нам рыбки. Так, давай за древесиной иди. За рыбой. За древесиной. Так, 66 миллионов. За рыбой лети дальше. Так, эти ребята у нас сколько принесли? Так, 40 лямов рыбы. И еще 30 лямов. Так, 185, да, получается? Боеволор 20-ку принес. И еще модификрылка у нас. Еще почти 50 лямов. О, хижина, подожди. Мне нужно, чтобы рыбу доставала именно... Так, возвращайся. Я отправлю модификрылку. Она всяко больше приносит. Ну, почти 50 лямов. Согласись, это круче, чем какие-то там 2-3 миллиона. Так, здесь мы забрали. Отправляем.
Здесь у нас тоже забрали все и отправляем. Так, громобой, я с тобой еще не закончил. Поехали. Да блин. Опять не хватает немножко, а? Чутка буквально. Слушай, давай мы, наверное, сейчас с тобой, ну, пак, понятно, бесплатно откроем, плюс рекламный, и за монеты Одина. Там, где у нас рыба. Что скажешь? Так, монеточки и начинка: лаврык, древоруб, сарделька. Вот так. Слушай, вот смотри, у нас есть... Да не этот пак. Вот, за монеты. Специально вот рыбный. Рыбный пак, мы его так назовем. Купить. Ну, смотри. Во. 435 лямов. Вот это я понимаю, ребят. Теперь пускай летит, обучается. То есть это получается он 98 уровня будет. И там еще два левела ему поднять, и будет четенько. Так, здесь крылатый ужас. Давай, родной. Лети, обучайся. Так, у нас же еще где-то один громобой, я помню, сидит, висит, вот он. Вот он. Так, вперед на обучение. Так, этот у нас прибыл. Сейчас. Лети. Так, давай посмотрим, сколько нам еще. Ребята, три. Три дракона. Ну вот, и получается, что у нас два громобоя, да? Которых мы с тобой прокачаем. Два громобоя. И третий, это, наверное, будет все-таки крылатый ужас. Мне кажется, что вот их троих мы как раз и прокачаем. И дальше у нас пойдет развитие. Я думаю, ты со мной согласишься, да? Что это лучший вариант. Так, ну что, лети, Громль. Ты куда? Ну, давай тоже за древесинкой. Остальные вроде бы... Ага. Давай за древесиной. Эти тоже тут у нас скучают, поэтому... Пускай добывает дерево. О, снеговика нашел. Но не того. А этот, вот он где у нас. Осталось 4 дня до конца события. Ну, естественно, ребят, я не открою, не успею. Даже, как говорится, не буду одно место рвать. Я их отправляю, пускай учатся. Ну, что тут просто сидеть так, согласись. Так хотя бы они будут потихоньку уровень набивать. Ну что, мы с тобой прошли события. Давай, наверное, здесь у нас остается один пак. Пойдем на арену, повоюем. Крылатый ужас, кошмарный пристеголов, кревет, вострозуб и молодой рыкошмык. Вот так вот, понял? Молодой рыкошмык, это не просто так. Хухры-мухры, это рыкошмык. Так, древесину я, наверное, заберу. Один раз уже все, фулка. И погнали тогда на арену. Так, через 23 часа, как я уже говорил, откроется следующее событие. Ну, так как у меня сегодня первая смена в ночь, соответственно, завтра еще одна ночь, и уже послезавтра только у меня будут выходные, ребят. Так что, я думаю, мы успеем с тобой это событие пройти. Там, тем более, 6 дней. Да, пройдем. Так, зачем я... Ладно, фиг с ним. Вот здесь нисколечко не жалко, друзья мои, если вылетит игра на арене. Потому что здесь мы ничего не теряем с тобой. А вот рыкошмык, конечно, бомбит не кисло своими вот этими атаками. Но, что ты там смотришь на меня? Вылупился. Ага, я понял. Не зря смотрел он мне прям в глазки. Чтобы лупануть хорошечно, да? Ну, лаврык, вообще на него не обращаю внимания нисколько, потому что я его даже, честно говоря, ну, за дракона-то не считаю. Так себе, размазня. Наверное, один из самых таких слабых драконов. Не знаю, как вам, но вот я считаю именно так.
Ничего толкового нету, атака слабая. Танк из него так себе. Так что... Хотя это, я так понимаю, дальний родственник Громыли, скорее всего. Ну что же, победушка за нами. Так, у нас следующий поединок. Ага, пристеголовый. Барсик. Шипорез. Давай сюда, наверное, бомбанем. Барсик выпендривается. Ну, естественно, конечно же. Куда ему еще нужно ходить? Так. Бомбанем. Скрита вырубили. Теперь возьмемся за этого партизана. Кстати, сейчас, по-моему, будет какая-нибудь суператака именно вот от этого. Что он делает? Вот так вот, понял? Вот такая у него суператака. Ну, понятно, вырубил мне барсика. Вырубает мне, наверное, кривоклыка. Ну, а мы тогда делаем вот так. У нас уровень 17. Я думаю, что... Смотри, что делает. А вот так вот как тебе, а? Отравил он меня, понимаешь ли. Еще и хиляется, да на. Дохилялся. Ну что, очередной поединочек. Здесь у нас... Так, пристеголовый плюс костолом. Начну, наверное, отсюда все-таки. Фаербол, да? Понижение мне атаки сделал. Ай-яй-яй, я думал, сейчас кританет и вырубим мы с тобой сразу пристеголового. Блин, что они так взялись? Смотри-ка, как плотно взялись они за моего кривоклыка. Не понял юморка. Ух, этот еще с усиленной атакой. Кому достанется? Ага, понял. Так, ну здесь только один вариант, естественно. Захиливать наших братков. Сейчас кому-то достанется. Понял. Добьет, ведь добьет, гаденыш. Нет? Ну и слава богу. Ну-ка, молодец, вырубил его. Раз, два. Вот, подусиленная атака, сейчас что-то будет. Уничтожил. Бедный барсик. Пускай земля будет тебе пухом. Так, ну что, друзья мои, вот он наш первый пак вождя. Костолом, чудовище, громобой, злобный змеевик, костолом дикарь, молодой рыкошмык. Тройной удар чемпион. Ух. Так, подожди-ка, я рыкошмыка вообще могу открыть или нет? Получить дракона. А где его получить могу? Мне почему-то не показывают, где его можно взять. Класс кочегар. Молодая стрелка. Хм. Молодой прыгун. Да. Ладно, ребята, ну что, пойдем, наверное, за вторым паком вождя. По-быстренькому сейчас отыграем, надеюсь, три поединка, не более того. И заберем. Просто можно было бы, конечно, закончить серию на испытании, когда мы с тобой его прошли. Но это слишком коротко. И поэтому я решил, ну почему бы не сыграть в арену, ребят. Ну, арена же это всегда прикольно. Тут может выпасть тебе карта, которая нужна. Вот это он бомбанул. Довольно серьезно. Ну-ка. Блин, как же я хочу своего штормореза прокачать, а, ребят, чтобы у него был офигенный уровень, чтобы он вообще хилял мощно. Просто мощняво. Чтобы тюш, один взмах крыла и... Кому-то, ну, понятно. Один взмах крыла и все живы и здоровы. Ну что, Кривоклык, ты остался один, естественно, тебе здесь ничегошеньки не светит. Никакой победы, потому что нас двое, ты один. Мы сейчас тебя просто здесь ушатаем. Это что он сейчас сделал, я не понял. Дурканул, что ли?
Очередной поединок. Так, молодой прыгун, да, или как тебя там звать-то? Рыкошмык. Сюда я, наверное, ударю все-таки. Я понимаю, что лучше бомбить рыкошмыга, потому что он делает две атаки. Он же делает? Нет, он одну. Это значит, беленький делает две атаки. Слушай, хорош ты уже заколебал, а? Этот еще тут плевун. Так, минусанули одного. Сейчас разберемся. Давай, наверное, сюда все-таки влепим. Я вот, кстати, не видел, какой у них суперудар. Нет, видел. Он делает мощный плевок, который наносит урон всем. По-моему, так. Че, потеряем сейчас мы с тобой, да? Угу. Потеряли. Ты смотри, а. Давай-ка сделаем вот так. Слепоту на него повесим, чтобы он слишком сильно здесь не выпендривался. А то почувствовал себя тут царьком. Да, конечно, ага. Пыхти. В застенках там где-нибудь. Давай еще разок пыхтани. Ничего у тебя не получается. Мы опять на тебя вешаем слепоту. И все. Гуляй, Вася. Со следующей катки мы его разносим. Вот так вот. Ну что, друзья мои, у нас следующий поединок. Ну нифига себе, 20 уровень. 18-й. Вы серьезно сейчас? Это что за приколы? Блин, она же два раза бомбит, да? Сейчас проверим. Один? А кто же из них два раза-то при... Вот он. Вот он, кто плюется два раза. Я вырублю все-таки. Я попробую, наверное, сейчас сделать так. Хофер тут еще. Вот. Вот мы и увидели с тобой массовую атаку. Поехали. Раз, два. А я не успею, да, наверное? Или успею? Сейчас посмотрим. Я должен успеть хильнуть. Что? Твою налево. Ты прикинь, на нас все-таки можно повесить тоже слепоту. Я... Раньше нельзя было. А теперь можно. Эх. Да уж, прости меня, шторморез. Все, это беда, ребят. Это беда. Это просто беда. У нас замедление, они нас уничтожат сейчас. Все. Офигенно, да? Просто раньше, вот сколько я помню, не было такой возможности, чтобы на нас вешали слепоту. А теперь есть. И она офигеть как действует. Ну-ка давай-ка мы, наверное, с тобой попробуем быстренько вот этого хофера уничтожить. Раз, два, сейчас они втроем сходят. Потом мы хильнемся обязательно. Угу. Так, залечиваем раны. Этого в отстой. Наверное, все-таки тройной удар будем бомбить с тобой. Да что же вы делаете? Он сейчас уничтожит, нет? Так, защиту сняли. Пробиваем. Ну и остается последний. Ну ты видел, да, что он сотворил? Тебе не жить, парень. Даже не кривляйся здесь. Атаку понизил. На тебе. Получи и распишись, как говорится. Ну а вот и второй пак мы с тобой заработали. Костолом, шепот смерти, кривет, шторморез, громобой защитник и кривоклык. Плюс еще у нас здесь с тобой награды. Победите 5 драконов в схватке. Так, 20, 20 и 20. Так, это получается 40. Нам не хватает, да, чуть-чуть. Ладно, ничего страшного. Все равно месяц только начался. Еще успеем с тобой тут накопить. Древесина фулка, да? Ты сидишь поэтому, да? Блин, мне нравится, как он выглядит. Это же какие-то там, я не знаю, бочонки с золотом.
стоит, охраняет. Ну что, друзья мои, на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!